Тенденция значного снижения гибели людей на водах назирается у области. Это отзначили удельники посяджения президиума Брестской областной организации Товариства выратования на водах, якое прошло на передодні у Пинску. Круглый год у выратовальников на воде есть работа. Ранней весной, когда с отступлением холодов иснуе погроза провалиться под лед. Летом у разгар купального сезона. Ну и осенью, когда лед еще не набрал свою эмоцию. А жадающие выпробовать его не усведомляют небеспеку. Задача на надыходящий осенне-зимовый период, а так само выники работы за 9 месяцев, обмерковали удельники посяджения президума товариства выратования на водах Брестской области. В целом, можно сказать, что ситуация нормальная, неплохая. Если в прошлом году за 9 месяцев погибло от воды 92 человека, то на сегодняшний день по итогам 9 месяцев 63 человека. То есть почти на 30%, точнее на 28% гибель меньше. Это главное. По-ранейшим основной причиной гибели людей на воде является невыконание элементарных правил поводин на водоемах. У полови выпадков люди тонут при купании, а большая частка трагичных выпадков сярод детей здарается по причине беспечности батьков. В этом году в Столинском районе 2 года 9 месяцев мальчик залез, рядом был колодец во дворе своего дома, упал туда и погиб. Конечно, если говорить о детях, то мы всегда призываем родителей к тому, чтобы они лучше за ними смотрели. Наближается зимовый период, а он, как показывает практика, для воротовальников на водах один из наиболее складанных и для проведения воротовальных мероприемств, и для пошуковых работ. Тому супрацовники Брестской областной организации у черговый раз нагадывают – будьте пильными.